это, точно не знаю. Мне отправлять некуда. А до Берлина далеко? 50 километров. Фу, так близко. Давай, удачи. О, видишь, пуля. Храню, потому как не маяк, как говорится. В шинели застряла. Прям в первый же день на передовой. Но на излете была, слабая. А вот осколочек — это мой. Это слепое проникающее ранение грудного позвонка. Прям в первой же атаке. Это сейчас трудно представить. Человек знает, что погибнет. И продолжает исполнять свои обязанности. Вот так вот. Извините. Прошу прощения. Алло? Да. Да-да-да, все в порядке. Ага. Нет-нет-нет, что вы. Иван Георгиевич такие истории рассказывает. Нет, не нужно, я сдержусь. Да. Я понял. Спасибо. Прошу прощения. Старшой беспокоится. Вы извините, может, вы спешите куда? А я дорвался, мне поговорить не с кем. Вот я и... Я ж до утра могу. Нет, нет, Иван Георгиевич, это вы извините. Очень интересно рассказывайте. Так что уж продолжайте. Что там, красноармеец Чехов? А что Чехов? Он к искусству стремился. Стихи писал. Ну, плохие, как сам говорил, я уж не знаю. И все мечтал научиться играть на чем-нибудь. На пианино, на гармонии, на аккордеоне. И как-то эта война ему очень не к лицу была. Ну, совсем не к лицу. А оказался удивительно живуч. Ведь он же к весне 45-го растерял всех, кого знал. Один у него друг остался. Вельмискин. Вот такая смешная фамилия. Но тот, правда, ни в музыке, ни в стихах не понимал ничего. А это... Это где? Улыбаются все. О-о-о. Праздник? Это... Это ж поэт Константин Михайлович Симонов приезжал. Это весна 45-го уже. Очень редкая фотография. Знакомое лицо. Так это поэт Константин Симонов. «Жди меня» написал. Точно, Симонов. Лучший поэт в мире. Пойти, что рассказать ему об этом? Думаешь, он не знает? Да ему тысячу раз говорили об этом. Куда дальше? На сборку. У нас 2 человека из взвода осталось. Пойду скажу. Давай, давай. Константин Михайлович, вот боец Чехов, разведчик, отважно дрался вместе с нами. Я хотел сказать, вы лучший поэт. Спасибо вам за ваши стихи. А вам спасибо, боец Чехов, за доблесть. Товарищи, фотография, товарищи. Улыбочка. Никому не рассказывал. Жди меня. И я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут.
позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Это ж от руки переписывали. Я ж без очков не вижу ничего. Это я наизусть помню. С тех самых пор. Иван Георгиевич, вот это вы, вот это Ведемеев, да? А вот это кто? Никому не рассказывал. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Это ж от руки переписывали. Я ж без очков не вижу ничего. Это я наизусть помню. С тех самых пор. Иван Георгиевич, вот это вы, вот это Ведемеев, да? А вот это кто? Ну-ка. О-о-о, это Чехов. Красноармеец Чехов. Это мы уже после победы. Дружили? Ну, как сказать? На передовой какая дружба? Ведь в наступлении день-два, и взвода нет. Не успеешь познакомиться. Это вот в госпитале, ну, когда на поправку пойдешь, тут как-то с людьми сходишься. Разговоры, истории всякие. А у нас, если перед боем два дня знаком, считай, уже друзья. Абросимов! Сквозное? Да. Осколок? Да глупо. В училище на экзамене на железный пруд напоролся. Глупых ранений не бывает, лейтенант. И умных тоже. Ранения бывают огнестрельные, колотые, резанные, сквозные, слепые, касательные, проникающие, гнойные, пулевые, осколочные, комбинированные. Получишь документы, лейтенант. Доведешь бойцов до сборного пункта. Куришь? Нет. Правильное решение для военнослужащего. Никотин вызывает сужение кровеносных сосудов. Недостаточное кровообращение повышает риск осложнений. Рана заживает намного хуже. Молодец, что не куришь. Товарищ майор, разрешите обратиться? Обращайтесь. У меня акрофобия с детства, боязнь высоты. Ну и что? Кузьмин, Сидоров, Олейников, если он мертв. Чехов сегодня долго копался. Шинель застегивал, расстегивал. Артиллерия! Хреново работает. Помощи от них никакой. Вельмискин, представляю тебя к ордену Красной Звезды. Пока объявляю благодарность.
Как нужно отвечать, Вельмискин? Служу Красной Армии и трудовому народу. Да когда же вы себя переучите? Уже полгода служу Советскому Союзу. Неужели трудно запомнить? Служу Советскому Союзу. Молодец. Артиллерия! Артиллерия! Кажись, отвоевала с ним вчера. Выставь охрану, остальным отдыхать. Когда в тыл? Приказ будет, уйдем. Дальше без танков делать нечего. За что пьем? Чуть повыше, и зайди без яиц. За это и выпьем. Чтоб не хуже, чем сейчас. Держи. Хорошая вещь, домой это шлю. Вот и тебе трофей, ну-ка сыграй. Не буду. Из него еще говно течет, а ты мне предлагаешь на его дудке играть. А шнапс пил? Шнапс пью. Чего такого-то? Все одинаково умирают. Сам не хочешь меня научи. Сельчук! Ребята говорили, в третьей роте парень аккордеон нашел. Но... Надо бы с ним сменяться. На что ты с ним меняться собрался? Аккордеон вещь дорогая. Да, трофеев нынче маловато. Кто-то Берлин штурмует. А мы тут в чистом поле лазим, как скворцы бестолковые. Когда пилот целовал, предлагали применять на 5 кило гвоздей. Ну и? Если бы не отослал, могли бы аккордеон выменять. Сравнил тоже. Ну, кому-то музыка нужна, а кому-то гвозди. Помолчите! Подтянулись! Шире шаг! 34! Что записано? Вот у меня! Товарищ лейтенант, вон их сколько, а у нас потери. Да не дадут нам. Ну хотя бы одного выпросите, а? Танцора? Нет, музыканта. Ты же сам музыкант. Я не музыкант, я только научиться хочу. А инструмента нет. Иди сюда. Чехов, я бы на твоем месте заткнулся и не высовывался. Жался сегодня. Ты что, думал, я не вижу, что ты жмешься? Команда была в атаку, а ты шинель поправляешь. Опытный боец. Тебе не стыдно перед молодыми? Ну ладно, давай строй. Подтянулись! Кому охота в конце войны умирать? Хоть ты опытный, хоть молодой.
Скоро домой, как подумаю. Страшно становится. Как бы не сглазить. Вчера Ирочка плакала. В поле пошла и плакала. Какая Ирочка? Военврач Ирина Сергеевна, знаешь ты ее? Ну, знаю. Чего плакала? Война скоро кончится, комбат ее бросит. У него жена в Москве, каждый день ему посылки шлет. Война скоро кончится, Чохов. Не накаркай, а то тогда до самого Парижа дойдем. Так в Париже союзники. Сегодня они союзники, завтра империалисты. Так они и сегодня империалисты. Я и говорю. Эй, боец! Иди сюда! Здравия желаю. Здорово. Рядовой Коваль, мне приказали первый взвод и отделение тоже первое. Украина? Не, с Ростова. Да чё ты привязался? Как звать? Лёха. Лёх, сыграй. Учился где? Не, поступать буду. У нас в Ростове музучилище. Ты чё, портянки не умеешь завязывать? При царизме знали 10 способов употребления портянки. Первый способ – намотка с носка, второй – с пятки, третий – лейб-гвардейский. Свободный конец торчит с голенища, на нем написано «Боже, царя храни». Рыбацкий с газеткой, казацкий в два слоя, солдатский. От старого режима остался он один. Повтори. Теперь ты. Опа, садись. Удобно? Нет. Левой рукой нащупай кнопку с ямкой. Это до. Ниже фа, выше соль. Занимайся. А девушки у вас тут имеются? А ты сходи в медсанчасть. После завтрака наври что-нибудь. Живот заболел или ногу натер. И туда с гармошкой. Ты молодой, сыграешь Камаринскую, все девчонки твои. А нам с Чоховым. Хоть Чайковского шпарь 4 руки, толка никакого. Старые мы, девчонки на нас не смотрят. Понятно. Спасибо. На первый раз хватит. Подтянулись!
Не хотите сказать, куда идем, товарищ майор? Разведка нужна. Значит, штаб приказал разведку боем провести. Ну, надо так надо. Шире шаг! Товарищ сержант! Товарищ сержант! Товарищ сержант! Разрешите встать в строй! Ты откуда взялся-то? А чё? Чё, бабы надоели? Иди назад. Я прихожу, никого нету. Но я аккордеон оставил и бегом за вами. А куда нас? Сейчас пойдем в атаку, а майор будет записывать места, откуда по нам стреляют. В атаку? Слушай сюда. Будет команда, приготовиться к атаке. Через полминуты отделение в атаку, а ты не беги. Делай вид, что портянка размоталась. За это командира не ругают, и трусостью это не считается. Вот когда второй раз скомандуют, и майор пистолетом пригрозит, тогда выбегай. И то не первый. Понял? Че, нарочно портянку размотать? Подтянулись! Чехов! Идем! Да. Шире шаг! Лёх, иди сюда. Выгляни только осторожно. Видишь болото? Ты бежишь до камышей, переведешь дыхание. И наискосок к холму. Выберешь воронку поглубже, заляжешь. К оврагу не суйся. Там заминировано. Понял? Понял. А потом что? Ничего. Заляжешь и жди. Не высовывайся. А сколько ждать? Долго. Час-два. Или до вечера, по обстоятельствам. Приготовиться к бою. Есть приготовиться к бою. Приготовиться к бою. Всем приготовиться к бою! Всем приготовиться к атаке! Оружие к бою! Оружие к бою! Всем приготовиться к атаке! Оружие к бою! Все приготовились к атаке! Оружие к бою! Приготовились к атаке! Оружие Леха, к бою! Забудь все, что я тебе говорил до этого. Понял меня? Чего? Немцы нас не ждут, пока они к своим пулеметам подбегут. Пока прицелы поправят. Леха, успеем до какой-нибудь воронки добежать. Понял? Залей! Побежали! Беги за мной! Ура! Все, сиди здесь.
Санитары! 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 Раненый! Раненый! Здесь раненый! Леха! Лех! Леха! Леха! Лех! Лех! Я лейтенанта спрашиваю, а он говорит, на задание отправил. А на какое задание не говорит. А я говорю, может, догнать, он говорит, не надо. Отдыхай, завтра орден получишь. А потом его убило. И еще троих. И еще человек 10 в медсанчасть ушло. Все поумирали. Все? Все, и Коваль. Хороший парень. Мы с ним подружились. Аккордеон он во второе отделение отдал. Там побоялись, что сопрут. Лейтенанта попросили, он к себе в комнату унес. А туда к нему снаряд 155 миллиметров. Слышь? Такие дела.
Пойдем на станцию. Там хоть умоешься, гимнастерку можно выпросить. Наши берлины кружили. Взяли в плотное кольцо. Угу. Ну что там? Купол видно? А ты залезай, сам увидишь. А просто ответить, язык отсохнет. Что вы туда залезли? Смотрят, если красное знамя над Рейхстагом появится, войне конец. Тебя Иваном звать? Иваном. Мы же с тобой из госпиталя выписывались. Ну что там? Ну что-что? Горит Берлин. Нас на Берлин отправляют. А купол? Купол видно? До Берлина далеко. Какой там купол? Высота купола 160 метров. Хорошую погоду должно быть видно. Нет там купола. Пошли. Без толку смотреть. Сбаламутил ты всех нас, козлов. Брюки зацепил. Высота купола 160 метров. В хорошую погоду должно быть видно. Осенью 45-го Чехов был демобилизован по ранению. Вернулся домой, женился, устроился прорабом на стройке. Да так и проработал всю жизнь. Мотался по стране, строился Янский комбинат, дорогу Абакан-Тайшет, Братскую ГЭС. На аккордеоне он больше никогда не играл. Немцы ночью десант сбросили. Моряки. Но это не точно. Возможно, не моряки. А численность? Не знают. Связь плохая, обеспечивай. Значит так. Взвод. Приготовились к атаке. Ура, не кричать. Маму, папу не вспоминать. Бежать быстро, но молча. Всем ясно? Поднимай. Санитара! Давай!
товарищ лейтенант! Вы живы? Язык! Быстрее! Направо поворачиваем! Право! Трясите так! Стой! Пошли вон отсюда! Пошли вон! Доктор! Доктор! Лейтенанта моего перевяжи! Жди! Вы хотя бы посмотрите, крови много! Мертвы уже. Переместили госпиталь. Здесь теперь одни мертвые. А ты жди. У тебя башка пробита. Как твое имя, отчество? Иван Георгиевич! За проявленное мужество и воинское умение объявляю тебе благодарность, Иван Георгиевич. Служу Советскому Союзу! Наградной получил? Так точно. Сейчас самое время расстрелять начальника медицинской службы. За преступное разгильдяйство. Сукин сын не выставил часовых. Убит. Вот ведь несправедливость. Мертвых героев посмертно награждаем, а мертвых разгильдяев
наказать не можем. Ладно. Забыли о нем. Как проявил себя рядовой Козлов Иван Георгиевич в прошлых боях? Превосходно, товарищ полковник. Храбрый, умелый боец. Награжден медалью за отвагу и орденом Красной Звезды. В строевом отношении подтянут. Получен приказ командующего армией водрузить Знамя Победы. Приказ получили не только мы. Изготавливается несколько знамен. По количеству дивизий. Схватка будет жаркая. Немцы просто так ничего не отдадут. Там не просто огромные здания, там укрепрайоны. Пойдешь в штурмовой группе. Понесешь Знамя Победы. Комбат, выделишь роту самую боевую. Поддержим пулеметами и минометом. Поставишь задачу защищать Знамя Победы. Разрешите вопрос, товарищ полковник. Слушаю. Водружать надо высоко? Надо найти самую высокую точку. Не смогу. У меня акрофобия. Боязнь высоты с детства. Ничего с этим поделать не могу. Болезнь. Я тоже боюсь высоты. Мы все боимся. А в одиночку восьмерых откормленных десантников не страшно завалить? Я не отказываюсь. Пойду в группе. Но до туда еще дойти надо. Убери его. Никаких штурмовых групп. Примешь пополнение и... Все. Дальше сам знаешь. Есть. Кто тебя за язык тянул? Болезнь с детства. Батальон без знамени остался. Что, если прорвемся? По-твоему, мы хуже других? Вот что, Козлов, слушай приказ. Найдешь красную материю поплотнее, вырежешь кусок. 82 сантиметра на 1,88 м. Понесешь нами сам. Установишь там где-нибудь. Не обязательно, высоко. Ну, конечно. Парень знаменосца не годится. Хорошо, что сам отказался. Еще и с придурью. Акрофобия. Другому бы не поверил. Подумал бы сыт. Фамилия Козлов. Имя? Имя нормальное, Иван. Но с такой фамилией в знаменосце. И как это будет звучать? Знамя Победы над Рейхстагом водрузил рядовой Козлов. Нормально звучит. Конкретно в данной фразе звучит приемлемо. Но, предположим, корреспондент задает вопрос. Кто и по какой причине выбрал вас, Козлов, для выполнения столь сложной задачи? Русский 2 года провел в оккупации. В ряды советской армии вступил уже после освобождения Одесской области. Ему в 41-м году сколько? Всего 15 лет было. Товарищ полковник, кто будет разбираться? Сколько ему лет? Почему не уехал? Чем занимались его родственники на оккупированной территории? Ну вы же понимаете. Понимаю. Я понимаю, что у парня талант. Воинский талант. Он один. Восьмерых здоровенных десантников заложил. Один. У него красная звезда на груди. И за отвагу. Это не случайность. Это не везение. Это называется доблесть. То есть умение перед лицом смерти в невозможной ситуации сражаться и побеждать. Доблесть! А ему 19 лет. И акрофобия.
Was? Was willst du von mir? Erschießen? Schieß nicht. Oh Gott, Gott, mein Gott, wo ist mein Gott? Wo ist mein Haus? Wo ist mein Bruder? Wo ist mein Leben? Wo ist meine Heimat? Davon geht die Welt nicht unter, das muss ja immer so sein. Сюда! Быстро! Ну и куда же ты прешь? Ну что там впереди? Там же Рейхстаг! Я знамя сделал. Комбат приказал, иди, говорит, ищи красную материю. Завтра на штурм, а у батальона знамени нет. Понятно. Так, сюда мясо побольше. Видишь, пополнение. Молокососы не обстреляны. Вопросы задают, рты не закрывают. Я запретил болтать им в моем присутствии. Кстати, у нас новый начтаб. И комбат, и замполит. Смешной такой. Спрашивает меня, а во время налета сначала давать команду в воздух, а потом ложись? Или наоборот? Ну, замполит все-таки. Так, бойцы, разошлись. Ты садись, Валь, садись. Ешь, а знамя все-таки ему отдай. Ведь он замполит. Нет, это теперь мое знамя. Старшина, командиру! Погоди! Стой!
Товарищи бойцы, нашей дивизии выпала высокая честь участвовать в штурме Рейхстага, символа Германской империи. Это самое большое здание у немцев. Когда строили Рейхстаг, немцы срыли под ноль самую высокую гору. Некоторые из вас могут подумать, несправедливо и обидно погибать в конце войны. Я хотел бы вам возразить, но делать этого не буду, потому что это действительно так, несправедливо и обидно погибать за день до победы. Но там, в Рейхстаге, засели фанатики, убежденные фашисты. И, может быть, там прячется сам Гитлер. И мы во что бы то ни стало, должны уничтожить их. Сейчас каждому из вас будут выданы швейцарские золотые часы. Именно такие часы Гитлер вручал своим особо отличившимся офицерам. Но я надеюсь, что больше никогда и никому он ничего не подарит. Раздать. Выйти из строя, рядовой. Назовитесь. Рядовой Козлов. Что это у вас, Козлов? Знамя Победы. Я разделяю ваши чувства, Козлов. У меня точно такие же. Но Знамя Победы было передано нашей дивизии штабом армии. Сейчас оно находится в штурмовой группе. То знамя, чтобы на купол водрузить, а это для меня. Я с ним на штурм пойду. Если не погибну, то повешу невысоко. А ну-ка, разверните. Сантиметра на метр 88. Я вижу, что размер соответствует. А где звезда, серп, молот? Встать в строй! Рота! Налево! Вот! Назад! Марш! Старший лейтенант, сколько времени? 7:52. С нами? Так точно. А секунд сколько? Здесь и секундная стрелка есть. Слышь, хорошо, что нам часы выдали. Я даже немного успокоился. Взвод, занять позиции, оставаться на месте и ждать команды! Что нас убьют. Иначе зачем золотые часы выдали? Дали так дали. Трофеи иногда раздают. Это не пачка папиросы и шоколадка. Не может быть, чтобы часы выдали, а нас через час поубивало. Или я не понимаю? Так, слушай ты. Вздохни глубоко. Сосредоточься. Еще раз вздохни. И винтовку пробей. Главное, как установить светофильтры и освещение таким образом, чтобы цвета не сливались. Но самое главное – это чувствительность пленки. Солнце заходит в 20:30. До 18:00 при солнечной погоде мы можем снимать. Но так как сегодня погода пасмурная, то после 16:00 гарантирую брак. Понимаете, брак? Из квадрата 2 перемещаемся в 4-й квадрат. Товарищ полковник, разрешите доложить? Товарищ полковник, товарищи, у нас... Очень важное задание. Мы должны заснять водружение Красного Знамени на Рейхстаг. Но так как погода пасмурная, мы должны это Товарищ сделать... Товарищ полковник, разрешите объяснить? Ничего не нужно объяснять, я все понял. Вы хотите, чтобы мы взяли Рейхстаг, водрузили Знамя Победы сегодня до... 16:00. Сегодня до 16:00, потому что позже... Вы не сможете снять кино. Совершенно верно. До 16:00. Пошли вон, чтобы духу не Я тебе ловили. Говорил? Я тебе говорил, вон! Не болтай. Вот ты, московский, героям снимать надо. Вон, пошли. Всем приготовиться. Андрей, в команду.
советской Красной Армии. Не нужно бояться плена. Немецкая армия дисциплинирована, к вам отнесутся с пониманием и сочувствием. Если хотите выжить, не сопротивляйтесь. Сложите оружие и подойдите к ближайшему немецкому патрулю.
Ну что ж, проходная там справа. Ага. Иван Георгиевич, спасибо вам. Вы самый интересный рассказчик. И вы очень нужный человек, важный. Совершенно не часть этой коробки. Вы живы сейчас и нужны сейчас. Спасибо вам. Спасибо и тебе, Андрей. А ты самый лучший слушатель. Я ж помолодел сегодня. А потом это и твоя история. Когда-нибудь поймешь. Будь здоров. Берегите себя. Спасибо. Счастливо. Еще раз, Михаил, объясняю тебе азы нашей профессии. Ну, висит красное знамя и висит. Никому это не интересно, когда на его фоне нет воина-освободителя. Когда на его фоне воин-освободитель, то все встает сразу на свои места. А так получается, как-то неэстетично. Помолчи. Товарищ капитан, вот такая у нас с вами задача. Надо найти высокое здание в городе и вновь водрузить Красное Знамя Победы. Красное Знамя Победы должен водрузить настоящий герой. Если не погиб, конечно. У вас есть такой? Есть. Рядовой Иван Козлов! Во! Вот так. Да что ты там трешь? Вот это надо снимать. Видишь, ордена, медали. Молодец. А? Хорош, да? Хорош? Что, контуженный? Водружаем! А у вас есть кто-нибудь пошустрее? Большаков! Белов! Я! Давай, я! Замените Козлова. Есть! И водрузите флаг. Внимание! Thank you.
по поводу молодого воришки. Я все-таки оказался прав. Человеку всегда нужно давать второй шанс. Может, его никто и не простит. А я простил. И мне от этого легче. Через месяц мою дивизию перебросили на Дальний Восток. Но в войне с Японией дивизия не участвовала. Разобрались без меня. Вернулся в родное село, женился. В начале 70-х жена уговорила переехать в город. Когда от завода давали квартиры, попросил на первом этаже.